У меня дома всегда нет на это времени. Сейчас во время прогулки хочу рассказать вот про обувь Skechers. Такой бренд, честно, я не помню, какая это страна. Они делают просто крутейшие кроссовки. Вот эти кроссовки я покупала в 2016 году. 6, уже, наверное, 7-й год я их ношу просто. Ну вот настолько вот, просто так как я живу в Крыму, то я и по горам в них, и, допустим, куда-то там по камням, и на велосипеде кататься, везде, везде они уже были со мной. Эта фирма, сейчас я покажу их поближе, ну, стандартная такая вот, как называется, подошва вот эта белая, а верх вообще ткань, тканевый верх, то есть не кожзам, не кожа, а просто ткань. Мне вообще довольно-таки редко нравятся кроссовки, но вот эти мне понравились, какой-то как зебра, что ли. В основном мне кроссовки у людей не нравятся. Они какие-то, особенно те, которые похожи допустим, те, которые были в СССР. Какие-то ретро-дизайн. Так вот, Skechers специализируется на вот... Они любят стельку делать из memory foam. Это просто круть. Это вот... Значит, идешь и как будто ты вот... Как будто у тебя там амортизаторы, да, вот как будто подпрыгиваешь. Очень круто. И вот я их стирала просто в машинке, просто стирала десятки. Просто закидываешь, я имею в виду, даже можно без мешка для стирки, десятки раз. Их вынимаешь, они становятся как новые. И вот эта ткань, она только сейчас, там кое-где я заметила на месте сгиба, ну, вот такие уже как начала портиться только сейчас. Идет уже 7-й год им. Вот. Единственное, что в них было сразу после покупки, я просто, ну, удивилась, учитывая то, что стоили они, по-моему, не помню, может быть, в Спортмастере я брала. Когда вне сезон берешь, то можно в разы дешевле покупать. Вот, они стоили, ну, где-то две с небольшим тысячи. Вот. И вот где-то сразу, может быть, через день даже, после того, как я их первый раз надела, я просто, ну, очень удивилась. Задник, вот там, где, ну, задняя часть ноги над пяткой трется, да, об ткань. Внутри тоже ткань. Так вот, там стерлась просто до дыр. Я пишу производителю, говорю, что, как, почему? Все-таки они у меня особо, ну, дешевые. Не за 500 рублей, а почему? Так, они там что-то мне написали. Ну, короче, я взяла джинсовую ткань. Просто вот эти вот протертые места заклеила. И все, и с тех пор они, получается, 6 лет, они дальше не портятся. И вот только сейчас, так как уже где-то на сгибе, вот так вот сгибаешь, и ткань где-то там уже видно. То есть люди этого еще не видят, это вижу только я. А так, вот что мне удивительно, memory foam, я вообще считала, что его нельзя стирать, а он просто не портится никак. Вот как и идешь в первый год после покупки идешь, и вот у тебя просто вот пружинит нога. Так и сейчас я иду. В общем, круть. Я в шоке от этих кроссовок. Я не знаю, как они делают такие долговечные. Сейчас смотрела вроде новые такие, ну, тоже такого плана с memory foam. И что-то я их нигде не вижу. Или вижу, но они сильно подорожали, может, нужно ждать, когда будет не сезон, искать. Ну, короче, я от них просто... У меня предыдущая обувь, после которой я поняла, что
нужно покупать именно качественную обувь. Это были полуботинки Merrell американской фирмы, которые тоже служили 5 лет. Ну, то есть чуть поменьше, 5, по-моему, лет, а эти уже 7 пошел. Поэтому Skechers у них выигрывает.